отельчик, видите? Я его искала, ему интересно. Это мой номерочек. 114. Смотрите, во дворе я тут в таком маленьком. Сейчас буду проходить, посмотреть. Птички поют. Романтика. Видите, как интересно. Это я его так давно искала, этот Сантолов. И наконец-то нашла. Очень красиво. Красиво, красиво. Живой музыка с огоньком. Красиво. Немножко много на ужин. Ну и ладно, подумаешь. Я уже вечером пришла. А до чего красиво. Надо снять. Я внутри, сейчас я, видите, там дворик мой такой, оп, сейчас я зажгу свет, ой, забыла, где такой, о, и такой опущу штучку, опа, небольшой номерочек, вот такой, вот такой, интересный вообще. Видите, какой под старину сделан. Вот так. Пианинка расстроенная. Это я тут хожу. Ну, снимать можно же, правильно? Да, да. На память. С утречком. Опса. Красотуську. Душка тут. Супер. Балкончика теперь, видите, красота. Смотричка. Картина с такими. Красоты такие. Там тоже зал красивый был. Вот так. Опс. Опс. Красиво, очень оригинальные картиночки такие. Ух, я еле нашла. Тут так трудно ориентироваться в этом старом городе. А истина воскресе! Если вечером зайти, правда? А днем красота. Весна. Пошли дальше. Гульки гуляют. Все как положено. Проходики, террасы, экскурсии. Смотрите, выходишь прямо на чью-то крышу. Такой паркурить можно, здорово, правда? Смотрите, упс, ку-ку, паркур такой. Это этот негулистый, оливистый, я их всех путаю и поэтому заблуждаюсь. Каштанчик будет крышам. Ходим по крышам, упс. Опс, опс.
Такие лесенки красивые. Там красивый вид на собор. Отсюда, снизу, видите? Это монашеская. Вот там дворик. Вот там. Есть лошадка. Ко мне прямо идет. Красотка моя. Да, как здорово повезло. И пошла. Самый красивый и самый большой рыночек цветочный в Таллине. Смотрите, какая изобилие и красота. Просто сказка. Море цветов. Море, море. Розы. Я маме тоже купила вот такой. Упс. С бабочкой. Вон такая бабочка. О, какая красота. Все.